Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас на нашем канале InstaForex TV. Вы смотрите еженедельную программу «Телемост», в студии я, Анна Касаткина. В рамках нашей программы мы рассматриваем текущее положение котировок торговых активов на рынке и вместе с экспертом технического анализа Владиславом Тюхменевым попытаемся дать прогноз их дальнейшему движению. На этой торговой неделе в центре внимания был британский фунт, который фиксировал восходящее движение на фоне политических событий. Владислав, здравствуйте. Как долго, по вашему мнению, продлится рост пары фунт-доллар? Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Валютная пара фунт-доллар в очередной раз удивила трейдеров не только сверхвысокой волатильностью, но и не совсем адекватным ходом. Информационный фон был сосредоточен на провальном соглашении, а валюта, в свою очередь, демонстрировала рост. С точки зрения техники, котировка подскочила к психологическому уровню 1.30, после чего образовала застой. Вероятно, предполагаю, что котировка постарается отработать уровень 1.30, образуя обратное движение. Аналогичную динамику на этой неделе пытался продемонстрировать евро, однако здесь ситуация сложилась иначе. Что вы скажете по этому торговому инструменту, Владислав? Валютная пара евро-доллар аналогично своему собрату фунт доллара проявила высокую волатильность, но все же довольно умеренно отреагировала на информационный фон. Вероятно, предполагать болтанку в пределах 1.3050-1.1420 до прояснения обстоятельств. Хотелось бы сегодня обратить внимание на пару американский доллар против канадского, которая на этой неделе не смогла побороть давление и завершила торги на минимальных позициях. Продлится ли такая же динамика в ближайшем будущем? Валютная пара доллар против канадского доллара с начала года имела интенсивный нисходящий ход, в результате скатываясь к важному уровню 1.32, образуя впоследствии коррекции. Вероятно, предполагать, что котировка пока сохранит фазу коррекции, но возможен за 1.3250-1.3320, относительно которого можно произвести растяжку из ордеров. Владислав, спасибо за предоставленные прогнозы и увидимся с вами через неделю. Вы смотрели «Телемост», который представили вам мы, Анна Касаткина, и аналитик официального представительства группы компаний InstaForex в Москве Владислав Тюхменев. Мы желаем вам прибыльных сделок и хороших выходных. До встречи!